приветствую. А? Не бойся, дитя. Я Чара. Я прохожу через это место каждый день, чтобы проверить, не упал ли кто-нибудь. Ты первый человек, попавший сюда за столь долгое время. Пойдем, я проведу тебя. Добро пожаловать в руины. Разреши мне обучить тебя. Руины полны головоломок, кладов древних связей, ловушек и ключей. Одну тебе предстоит решить, чтобы пройти дальше. Сейчас посмотрим, сможешь ли ты решить это. Пройди этот пазл и будь осторожен, не касайся воды. Клик. Хорошее начало. Клик. Береги головушку. Трок, трок. Приветствую. Не бойся, дитя. Я Чара. Я прохожу через это место каждый день, чтобы проверить, не упал ли кто-нибудь. Ты первый человек, попавший сюда за столь долгое время. Ты должно быть растерян. Пойдем, я проведу тебя. Добро пожаловать в руины. Разреши мне обучить тебя. Руины полны головоломок, древних связей, ловушек и ключей. Одну тебе предстоит решить, чтобы пройти дальше. Западная комната, план восточной комнаты. Не упади вот здесь. А? А? О, и снова приветствую. Сейчас посмотрим, сможешь ли ты решить это. Пройди этот пазл и будь шаг. Мужик. Та-да! Неплохо. Я знал, что ты сможешь ее пройти. Давай продолжим. Лишь некоторые из плиток правильные. Если будешь неаккуратным, то упадешь. В следующем тесте проверим твою память. Среди этих плиток ты должен найти правильный путь. Я советую начать с этой плитки около стены. Удачи. Тук-тук. Треск. Хватит. Пожалуйста, не становитесь на листья. Скользь. Приветствую. Не бойся, дитя, я Ча... А? Хорошо справляешься. Неужели тебе это знакомо? Лишь некоторые из плиток правильные. Похоже, ты видела и такую головоломку раньше. Вздох. Determination. Шаг. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Хруст. Бух! Та-да! Восхитительно! Из первой попытки. Топ-топ-топ-топ. Еще топ. Немного. Такому умному дитя, как ты, эти головоломки не доставят много проблем. Мы уже недалеко от дома. Вот мы и здесь. А? Восхищение. Все открыто. Заходи. Жик. Жил гостиная с левой стороны. Стук. Пожалуйста, иди за стол. Один момент. Жень. Вот. Небольшой подарок за твои старания. Итак. Что принесло тебя на гору Эббот? Ты не хочешь говорить, да? Ясно. Наслаждайся пирогом. Клац. Прости, я не очень голодна. О, так ты говоришь? Тогда другой вопрос. Когда это было? Четверг? Нет, Маша, дата, Маша. Месяц, год. 15 сентября 2112. Как летит время. Шух. Ясно. Я думаю, это уже не важно. Человек. Было приятно познакомиться. Прощай. Давай. Дрожь. Нет. Нет! Я хочу жить! Интересно. Мы появились здесь. Неважно, я предвидел это.
Кроме того, у меня тоже была сила, мужик. Сила, способная переделать этот мир, пока ты не появился. Держись от меня подальше! Если ты подойдешь... Плюх. Почему ты... Что я тебе сделала? У тебя есть то, что мне нужно. Дай мне ее. Твою душу. Хватит! Прекрати, остановись! Даже не пытайся. И знай, я не прекращу. Крип! Топ-топ-топ. Бух! Удар! Ты! Топ-топ, мерзкое отродье! Удар! Снег? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Дрожь, дрожь. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Побереги силы. Твоя настойчивость впечатляет. Но ты не убежишь от судьбы. Топ, топ, клац. Жух. Стой! Зацепился. Провод. Что за... Чара? Это... Азриэль, отойди от нее. Даже не пытайся сбежать! Не двигайся! Лето 2013-го. Перезапись. Приветик, Чара! Улыбнись на камеру. Я разыграл тебя. Я оставил колпачок на объективе. Теперь ты улыбаешься без причины. Это правда твоя идея для шутки, Азриэль? Ты такой странный. Азриэль. Помнишь наш пирог-катастрофу?